знаю, с чего начать, потому что все мне все сказали. Я вот уже второй раз участвую в этом шоу. В прошлом году хочу сказать, что я получила колоссальное удовольствие, потому что первый раз попробовала себя не в качестве спортсменки, причем не просто спортсменки, а профессиональной, да, то есть постоянно на сборах, соревнованиях высокого уровня, а в качестве вот какого-то творческого такого процесса. И я была очень довольна, очень рада, что Маша меня пригласила. Спасибо ей за это большое. И очень рада, что она даже не думала, кто Салочка, она сразу мне предложила, и мне невозможно было ей отказать. Вот. Здесь, в Петербурге, мне очень хочется, чтобы наши зрители увидели, что такое синхронное плавание, что такое прыжки в воду, потому что у нас в Санкт-Петербурге немножко этот вид спорта и угас. Но сейчас, благодаря нашему великолепному комплексу, я сказала, благодаря таким тренерам, как Дмитрий Петросков, этот спорт немножко повысится, и благодаря, конечно, этому великолепному шоу тоже прыжки в воду у нас будут набирать обороты именно как по спорту, потому что действительно уникальный спорт. Ну и, конечно, синхронное плавание люди могут увидеть тоже со стороны не спорта, а со стороны какого-то именно творческого процесса. Тем более, как Маша мне сказала, Санкт-Петербург является культурной нашей столицей, как бы балет, и как балет на воде здесь, наверное, зрителям будет очень интересно это посмотреть. Я хотела добавить, что Маша у нас еще мама твоих детей, и еще она, помимо двух проектов, она еще работает на телевидении, и вообще она всегда замечательная. Вот. Вообще еще, Даша тоже